27 лет назад, 14 января 1994 года, депутаты Жогорку Кенеша своим постановлением утвердили один из государственных символов независимой Кыргызской республики – государственный герб. Его автором являются Асейн Абдраев и Садырбек Дубанаев. Государственный герб представляет собой изображение белого сокола с распростертыми крыльями, помещенного в центре синего круга в белом обрамлении и расположенных на заднем плане озера от рогов гор Алату и восходящего солнца с лучами золотистого цвета, помещенных по обе стороны стеблей хлопчатника и пшеничных колосьев, с надписью «Кыргыз», расположенной в верхней части круга, и надписью «Республика Сы», расположенной в нижней части круга. Герб содержит 4 основных элемента – Алато, Иссык-Куль, Акшумкар и колосья с хлопком. Цветов в гербе тоже 4 – белый, желтый, голубой и коричневый. Герб республики помещается на печатях и бланках документов президента, Жогорку Кенеша, правительства, Министерстве государственных комитетов, административных ведомств, а также других органов власти.